камеру. Блять! Охуеть! Ни хрена себе! Охуеть, блядь! Ёпта, нихера себе.
сразу. А просто сами кафешки, вот так же вот трассы, вот тебе сразу вдоль дома. Между домом и трассой кафешки, там, вешки, там, магазинчики. Опа. Ой, ёбку, ну мать, полетел, тормози. Положи. И машину замел. В офисах, потому что человек, там, который персонально работает, у журналиста, он, конечно, будет сидеть на компьютере Apple. Это удобно. Вот. Но если ты работаешь в офисе, тебе придется их пользоваться. Microsoft, конечно, потому что шума очень много в мире по поводу того, какое количество информации Windows 10 собирает, я думаю, они там будут что-то придумать. Но с точки зрения обывателя, вот мне как бы высвечивается, если компьютер на домашнем этапе, Самару? Да. Что? Сюда, что ли, квартиру? Да. Нахрена? Я из чего-то. Кому? Кому-то? Ой, пожалуйста. Хуя себе. Вот это вот. Я прям чуть-чуть коснулась. Это бампер слетел. Ебаный в рот, смотри! И получить истинное музыкальное удовольствие. Thank you.